Начиналась эта история, как и многие другие происшествия, фигурирующие в сводках Следственного комитета. Вот в этом доме два собутыльника собрались для распития горячительных напитков. Перед застольем они не предполагали, что оно может закончиться кровавой трагедией. Между мужчинами 1972 года рождения и 1973 года рождения, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Мужчина 1973 года рождения, вооружившись топором, нанес 4 удара данным топором по шее мужчине 72 года рождения, от которых потерпевший скончался. Забив оппонента как животное на бойне, подозреваемый пошел спать и лишь на следующий день, осознав тяжесть преступления, сообщил о случившемся в полицию. По этическим соображениям мы не можем показать вам фотографии с места преступления. Отметим только, что в результате ударов топором у погибшего сломан позвоночник и практически полностью перерублена шея. В настоящее время мужчина задержан, ему грозит тюремное заключение сроком от 6 до 15 лет. Андрей Жилин, Максим Колосов, Антон Карев. Новости провинции.